больше нет. Господи. Это мне нужно. Ну, ни хрена себе. Я все веселье пропустил. Ага. В другой раз чур я рулю, а ты бегаешь от фриков. Ладно, брат. Давай вон там останови. Ага, понял. Так, ну все. Гони в лагерь и жди меня там. Ладно. Только бухай. Ты поосторожней. Ну я что, по-твоему? Хренов камикадзе, что ли? Грузовик пока не готов, надо еще кое-что доделать. А как закончу, я с тобой свяжусь. Спасибо. Если что, я готов. Дик, ты хорошо все обдумал? Они придут за нами, если мы не ударим первыми. Ты прав. Ладно, конец связи. Похоже, все готово. Ага. Рики все к рулю подвела. Доедем до главного входа, спрыгнем. И прощай, ополчение. Слушай, а ты точно не передумал? Ехать далековато будет с одной-то рукой. Говняк. Бухарь, мы оба знаем, что это может быть путь в один конец. Ага. Не придется обратно тащиться. Да, Дик, я в деле. А, да.
Чуть не забыл. Только два байкера могли ввязаться в такую херню. Только мы. Ага. Ну что, мы едем или как? Все, погнали. Рики собралась таки. Как дела, Дик? Крутой жилет тебе идет. Рики, Эдди, спасибо, но нам с Бухарем надо еще кое-что сделать. А тебе говорят. Твои слова запали многим людям в душу. Говорю же, один ты не справишься. Это безумие. Не за тебя стараются, а за него. За Железного Майка! Железный Майк! Железный Майк! Железный Майк! Ладно, слушайте, план простой. Мы с Бухарем едем к северным воротам и взрываем их нахер. А когда все побегут в сторону южных, вам надо просто следовать за Рики. Да? Все готовы? А вы двое готовы? Короче, я сообщу тебе, как проедем мост. До тех пор не выступайте. Ага. Ну все! Погнали! Бухарь.
ты не прыгнул. Ты должен был прыгнуть. Ухарь. Как же так, Ухарь? Как же так? Я убью вас. Всех до последнего! Ну, лезь уже! Сара, Сара, надо найти Сару. Бронированный, о, черт! О, меня не остановишь. Ну давай, сучара. Ковчег. Мне нужно в ковчег. Завалено! Иди к верхней пещере! Пошел! Ну! Бегом наверх и ставь заряды! Да иди уже, мать твою! Ты понял? Иди! Шиза! Говнюк Шиза! Я иду, Шиза! Значит, по-хорошему вы не хотите! Вершина. Я должен попасть на вершину. Огнемет. Это попадос. Надо как-то мимо пробраться.
снайпер. Наверное, там, на вышке. Надо его убрать. Надо его убрать. Мне надо их обойти. Лучше, чем ничего. Уже почти. Давай, давай, вперед! Рикки, ты меня слышишь? Дик, мы их разбили. Мы их...
сбили! Дик! Дик! Рики! Добрался. Держись, Сара. Снайпер, ложись. Добрался. Наконец-то. Держись, Сара. Снайпер, ложись. На, лови! Давай скорее уже. Иди ты, тебе охота на воздух взлететь. Ты что, не слышишь? Быстрее! Вот, все готово. Отлично, сколько там? Хватит. Все, к полковнику, идем. Капитан Саркози, разрешите доложить, мы... Сколько зарядов установили? Капитан, мы не успели заложить все. Вот заряд. Я тебя спрашиваю, сколько? Есть. Три. Так, черт. Ладно, ладно. Я спущусь вниз, заберу у Уивера детонатор. Охраняйте вход в пещеру, поняли? Чтоб никто сюда не прошел. Да, сэр, я понял, сэр. Никого не пускать. Не вызывайте меня по этому каналу. Может, его прослушивают. Прикрой! Вон! Эй, сохранись! Живо! Быстро! Закрой!
патронов мало. Гори, ублюдок. Сегодня ты ни хрена не взорвешь, Шиза. Не сегодня. Лейтенант, где этот сраный детонатор? Пошел ты, чтобы меня тут завалило! Уивер, ты сам знаешь, что у нас есть приказ, его надо выполнять. Говори, где! Уивер, где этот чертов детонатор? Отдай его мне! Че ты о чем вообще? Шиза, не лучше отпусти его. Да! Ну! Черт! Эй, эй! Уивер, уходи отсюда! Быстрее давай! Мои люди возле северных ворот! Уходи! Боец убит! Какой же ты упертый сукин сын, Сенджо! Я слышал, что ты сделал. Как ты их убил? Всех тех упокоителей. О да, ты утопил их, как кучку сраных крыс. Ты оказал миру услугу, но Майк бы с тобой не согласился, верно?
пытался до него достучаться, но он не хотел слушать. Ни в какую. Ты, наверное, сгораешь от злости, да? Аж сюда приехал со мной. Ты вернулся за ней? Да? Так ведь? Когда Коури тебя освободил, то полковнику это очень не понравилось. Очень. Скоро мне как яйцо. Как яйцо, мать его! А, да, ты же вернулся за своей девчонкой. Но у меня для тебя плохая новость. Берегись! Уходи отсюда! Быстрее давай! Мои люди возле северных ворот! Уходи! Какой же ты упертый сукин сын, Сенчо! Я слышал, что ты сделал. Как ты их убил? Всех тех упокоителей. О да, ты утопил их, как кучку сраных крыс. Давай, давай, давай! Ты оказал миру услугу. Но Майк бы с тобой не согласился, верно? Просто чтоб ты знал. Я не хотел это понимать. Правда. Я правда не хотел, Дик. Но он не оставил мне выбора. Я пытался до него достучаться, но он не хотел слушать. Ни в какую! Ты, наверное, сгораешь от злости, да? Аж сюда приехал со мной. Ты вернулся за ней? Господи! Да? Так ведь? Уивер, уходи отсюда! Быстрее давай! Мои люди возле северных ворот! Уходи! Какой же ты упертый сукин сын, Сенчо! Я слышал, что ты сделал. Как ты их убил? Всех тех упокоителей. О да, ты утопил их, как кучку сраных крыс. Ты оказал миру услугу. Но Майк бы с тобой не согласился, верно? Ну, лезь уже. Просто чтоб ты знал. Я не хотел ее убивать. Правда. Я правда не хотел, Дик. Но он не оставил мне выбора. Я пытался до него достучаться, но он не хотел слушать. Ни в какую. Есть. Ты, наверное, сгораешь от злости, да? Аж сюда приехал со мной. Ты вернулся за ней? Да? Так ведь? Освободил. Полковнику это очень не понравилось. Очень. Как яйцо, мать его! А, да, ты же вернулся за своей девчонкой. Но у меня для тебя плохая новость. Шиза! Все! Хватит бегать!
козел! Я ж тебя голыми руками удавлю! Ты понял? Ты понял? Что? Раньше я бы, пожалуй, вытащил бы тебя водище. Ну, типа фриком на корм. Но не, ты не бойся. Я так не сделаю. Знаешь почему? Они, конечно, тебя разорвут. Но как-то без удовольствия. Там, за стенами ковчега! Но это все там. Внутри мы в безопасности. Здесь нам ничто не грозит. Вы слышите? Это убежище нам уготовил Господь. Это святая земля. Здесь мы в полной безопасности. Здесь мы в полной безопасности. Я не знаю, когда и почему, но я видел нечто, может, месяц назад, ощутил нечто, чего не ощущал уже давно, и я знаю, что многие из вас разделили это чувство. Я думаю, что мы... Дикон? Будь добр, пистолет. Сядь. Отпустите их. Все кончено, ополчения больше нет. Не желаешь ли чаю? Очень вкусный. Сара, налей нашему гостю чашечку. Ковчег был
последней надеждой. Ты, конечно, понимаешь. После очищения мира один лишь ковчег мог позволить нам все восстановить. Он хранит все, что для нас важно. Разве что так и не нашли, кто бы играл на пианино. Ну, теперь не важно. Когда все кончится, некому будет слушать музыку. Ты все разрушил. Все, ради чего мы трудились. Нет, полковник, не я. Это вы начали святую войну. И если выбирать между вами и фриками, я бы выбрал фриков. Эти хоть убивают просто ради жратвы, а не как вы, безоружных женщин. Нет! Помогите! У меня кровь! Помогите! А где Бухарь? Погиб. Сходи, принеси воду, пожалуйста. Да, хорошо. Эй, а вы можете там навес поставить? Помогите! Эй! Эй, вон там вход в пещеру. Там припасы, медикаменты. Бери людей, иди. Ты и ты со мной. Рики! Эдди! Я помогу. Я врач. Все кончено. Те, кто не был убит или задет взрывом, попросту сдались. Где Бухарь? Быстрее! Рики, мне нужна помощь! Северные ворота! Южные ворота! Бегом! Рики! Я не вижу. Иду. Прошу вас. Я ранен. Помогите, ну, прошу! Меня кто-нибудь слышит? Нет. Чем тебе тут помочь? Эй! Ты мне-то оставил? Бухарь. Извини, опоздал. Нет. Нет, нет, нет. Я спрыгнул. Какого хрена? Прямо на краю моста. Я видел машину! Не-не-не, взрывная волна. Даже под водой дряхнула. О, покатался. Что? Ты что, решил, что я подорвался? Кто бы тогда тебя доставал? Ну, я. Привет! Привет. Сестренка. Это долго рассказывать. Ну? Слыхал, тебя кое-кто ищет. Что? Все уши мне прожужжал. Ты его не слушай. Это была вообще его идея. Рики, Эдди, кто из вас меня отсюда везет? Мы тебе обязаны.
Говорят, ты собираешься тут все восстанавливать? У полковника были хорошие идеи, если откинуть весь бред. От кого-то я это уже слышал. От кого? Коури? Знаешь что, пошел он. Эй. Бросил нас подыхать. Если б не он, мы бы сдохли. Как скажешь. Короче, попробуем еще разок без армейской херни. Эй, ты мою речь пропустишь. Ну и ладно, рыдать не стану. Брат, победили! Ты победил. Слушай, честно говоря, я ведь реально подумал, что ты решил сам подорваться. Ты чё, у меня еще здесь дела? Задаем жару. Задам. Джек бы гордился. Ты победил. Мы победили. Иди сюда. Но говорила я, полезно зажечь свечку. Это не хреновая вышла свечка. Ага. Да. Я с нетерпением жду твою речь. Хватит. Ну какая там еще речь? Мэм. Черт. Хватит с меня. А что такое? Почему все притихли? Ну, тебя ждут. Вот твой черт, очередь. Черт, твою же. Я знаю, что у нас очень много дел. Так что... А так. Я не лидер. Уж как хотите, это так. Но... Сегодня вы сделали такое, то есть мы сделали. Сражались плечом к плечу. И не по приказу каких-то ублюдков. А потому что так было нужно. И что вышло? Победа! Вы боретесь за жизнь, за спасение других людей, чтобы все были живы и сыты. И вы жертвуете всем, что у вас есть, и даже собой, чтобы мир стал лучше. И вот... Поэтому мы здесь. Поэтому мы живы. Ведь без надежды на лучшую жизнь и на лучшее будущее нет и борьбы. Вот Железный Майк считал, что мы сами можем менять мир своими руками. А? Что мы сделали? А? Что мы будем делать? Видите? Это только первый шаг. А, говорил, будет не речь. Да, облажался. А, ну, как получилось? Ты знаешь... Неплохо. Для вольного байкера. Вольного байкера, значит, а? Ну, покатаемся, красотка. Я даже не знаю, смотря где. Да где сами захотим.
broken and scarred. Thought we were finished, yet here we are, stuck in the same place, despite what we overcame. Sometimes don't it make you wonder, darling, when will it come to an end? 'Cause the price we paid left a mark that stains, and I don't think I'll ever be the same. We might have kept a black and bare, there's no way around, but I know I'll try somehow. At least it's all gone quiet for now. Tomorrow don't mean much in the waters we wait, and my secrets waiting for me when I get to my grave. 'Cause the price we paid left a mark that stains, and I don't think I'll ever be the same. We might have kept a black and bare, but all around still remains. God only knows where I'm going. A rising star. Looks like there's no way around. Looks like there's no way around. Looks like there's no way around. But I know I'll try somehow. At least the day is gone quiet for now.
звучит, но